Поэтому я и говорю сегодня о великом сражении. Взятие Карса, который был начнен в течение месяца. Командующий Кавказской армией Михаил Тарелович Лорис Меликов приказал создать специальные штурмовые группы. Руководитель штурмовых групп был назначен Иван Лазарев. Кстати, какое-то совпадение. Этнический армянин, уроженец Нагорного Карабаха. Генерал-лейтенант, покажите. Вот он. Один из выдающихся генералов того времени и, в частности, русско-турецкой войны 1877-78 годов. Крепость была взята, Карс. Кстати, впоследствии большевики подлым образом отдали Ататюрку. Зачем? Ну, мудрый Ленин такой был, чересчур замудренный иногда. Но дурили его капитально и конкретно. Вот что такое нас толкало вперед. Поэтому с тех пор Турция, как бы она ни называлась, Османская империя, Турция считает, и кто знает Турцию, кто занимается Турцией, что они считают, что именно Россия их лишила великого статуса. Статуса великой империи, Османской империи, выжив их с территории Южного Кавказа, а потом уже начала выжимать с Малой Азии. И если бы не подлая революция февраля 17-го, а потом октября 17-го года, то этот византизм, то, что, о чем мечтал Иван Грозный, один из величайших царей русской государственности, рядом с ним можно поставить только Петра I и великого красного императора Иосифа Сталина, то этот вопрос был бы решен. Они это помнят, они знают, как побитая собака, знают, кто их бил, и они хотят укусить эту руку. Что, непонятно, что ли, о чем речь идет? Об этом речь и идет. Если сейчас нам покажут, да, там были у нас ролики, как русскую армию уже в Первой мировой войне, по войне встречали в освобожденном Трапезунде, в других городах встречало христианское население как своих освободителей. Освободителям векового, тысячелетнего ига дикарей, которые на протяжении столетий унижали христианские народы, да, кстати, и некоторые мусульманские народы, так, откровенно говоря. Это, кстати, картина входа русской армии в Карс. Впереди на в таком сером коне Иван Лазарев. Вот так русская армия воевала. Вот так она двигалась вперед этого государства. Вот он, этот герой. Еще раз, уроженец Нагорного Карабаха. Так, на всякий случай. Да? Которых, кстати, было много, офицеров и генералов. Как, кстати, и грузин. Тоже офицеров, генералов. Чувствует одно имя генерала Цицианова. Он же Цицианашвили. А в Первой мировой войне генерала Баратова, выдающегося генерала, как чей корпус дошел до Тигра и Евфрата. Он же Бараташвили. Служили верой и правдой Русской империи. Так было. И мне кажется, иногда мы просто об этом забываем сами, и уж не говорим тем народам, которые вот там на Южном Кавказе. Стесняемся. У нас есть такая политика равноудаленности, равнодействия. Кто бы ни был, говорит, и этот хороший, и этот тоже хороший. Слушай, скажи два слова, а теперь включите того, тоже там два слова скажет. Так мы растеряем всех союзников, потому что не бывает все равные и все союзники. Такого не бывает. Определяться пора. Где союзники, а где нет. Если не хотим лишиться всего постсоветского пространства. Вот, это как вхождение в Трапезунд. Русская армия входит.